Друзья, привет! Приветствую вас на канале ABC Cooking. Сегодня готовим очень простое, но в то же время очень вкусное блюдо – курицу с грибами в сливочном соусе. Итак, давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Все необходимые продукты вы видите перед собой на экране. Для этого блюда вы можете использовать любое куриное мясо. Сегодня у меня это верхняя часть от окорочка. Итак, курочку посолим и поперчим. Курицу, естественно, я предварительно хорошо помыла и обсушила немного бумажным полотенцем. На сковороду наливаем растительное масло, нагреваем и затем обжариваем куриные кусочки до золотистости с обеих сторон, примерно по 4-5 минут с каждой стороны. Пока жарится курочка, мелко нарежем лук. Грибы нарежем произвольно. Нравятся вам большие кусочки, нарежьте большими. Если маленькие, нарежьте мелко. Курочка уже обжарилась с одной стороны, переворачиваем. Когда курочка обжарилась, убираем ее со сковороды. Она нам понадобится чуть позже. Если что-то в сковороде прилипло, это тоже все снимаем, лишнее нам не нужно. На этом же растительном масле обжарим лук до прозрачности. И добавим еще немного масла сливочного. Перемешаем все хорошо. И соскребаем все то, что осталось на дне сковороды от курочки. От этого соус получится очень вкусный и не пригорит. Далее добавим грибы и перемешаем. Немного посолим и поперчим. Далее добавим крем-чиз, сливочный сыр и разбиваем его лопаткой. Желательно, чтобы крем-чиз был комнатной температуры, он у меня из холодильника, поэтому тяжелее его разбивать на кусочки. Наливаем воду, примерно 400-500 мл воды. Все хорошо перемешиваем до однородности и доводим соус до кипения. Опускаем в соус нашу курочку и будем готовить курочку примерно еще 20 минут. Ну вот, наша курица с грибами готова. Приятного всем аппетита! По желанию такую курочку можно посыпать сверху зеленью. Готовьте с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал ABC Cooking. Благодарю всех за просмотр. Пока-пока!